Новая модель Shimano Technium. Итак, это старый добрый Technium, то есть представитель серии всем нашим спиннингистам со стажем очень хорошо знакомый. Когда-то именно на спиннинговых удилищах Technium Shimano делала себе имя, в том числе и в нашей стране. Так что кого-то убеждать, что Technium, даже если это совершенно новая модель, это всегда здорово, качественно и надежно, просто нет особой необходимости. Как известно, у Shimano, начиная с этого года, спиннинговые удилища для ловли с лодки, то есть в длине от 1,80 до 2,20, идут в исполнении полуторачасник. Это исполнение, когда есть отдельно цельный бланк и отдельно ручка, в которую этот бланк вставляется. Плюсы такой конструкции заключаются в том, что мы получаем одночасный бланк, у которого нет стыка, а именно стыки, как известно, заметно ухудшают кривую изгибов и понижают надежность бланка. При этом это все-таки более компактный вариант, чем обычный одночасник, поскольку ручку и бланк мы можем отсоединить и перевозить отдельно. Двухчастник теперь это только удилище длиной более чем 2 метра 40 сантиметров. В нашем случае удилище имеет длину 6 футов 10 дюймов, это 198 сантиметров, и соответственно исполнено оно в виде полуторачастника. Его цельный, без стыков бланк не имеет слабых мест и благодаря этому равномерно изгибается под нагрузкой. Разберем удилище. Длина непосредственно бланка составляет около 1 метра 80 сантиметров, то есть особых проблем с транспортировкой даже в городском транспорте возникнуть не должно. Что еще можно сказать при поверхностном осмотре? Бланк достаточно мощный, с хорошей толстой стенкой, оплетка и лаковое покрытие высокого качества. На бланке имеется хук-кипер, приспособление для фиксации крючка приманки. Катушка-держатель классический Fuji с нижней гайкой. На сегодняшний день это, пожалуй, самый популярный вариант. 7 из 10 приличных удилищ на рынке оснащены именно такими катушкодержателями. В чем их плюс? При ловле вы самой гайки никогда не касаетесь, то есть она никогда не раскрутится. Удилище выполнено в высшей степени грамотно. Длина ручки, например, человеку среднего роста ровно под локоть, то есть продумано абсолютно все. В данной модели используется классический К-концепт, причем кольца на довольно высоких ножках. Выходное кольцо небольшое, именно 18 мм, что говорит о желательности использования качественных мягких ПЕ-шнуров. Кольца в противозахлестном исполнении, что как бы намекает на специализацию удилища под воблерную рыбалку и в частности под твич. Такой вид вполне очевиден. Fuji создавала данную концепцию именно с такой целью, чтобы у рыболовов не было захлестов шнура за кольца при рывковой твичевой проводке. Вставки на кольцах из Alconite. Такой вариант для удилища данной ценовой категории более чем оправдан. Заявленный верхний тест 42 грамма. И он в данном случае абсолютно честный, так что работать с головкой весом до 35 грамм плюс сама приманка этим удилищем, вне всяких сомнений, можно совершенно свободно. Строй фаст, причем ближе к экстра-фасту. Вершинка достаточно тонкая, но не хлипкая, так что анимация приманок, как воблерная, так и джиговая, возможно практически любая. Катушка к данному удилищу подойдет от 2500 до 4000 по классификации Shimano, но на шпулю надо наматывать качественный ПЕ-шнур, а потому что при использовании более жестких шнуров могут возникнуть проблемы с дальностью забросов ввиду достаточно небольшого размера первого кольца. Удилище рекомендуется для лодочной ловли, в первую очередь для ловли джиговыми приманками и воблерами методом твичинга. Также удилище прекрасно подойдет для ловли другими приманками, например, вращающимися, колеблющимися блеснами и поверхностными приманками в пределах заявленного теста. Спиннинг Shimano Technium в обновленном дизайне удачно сочетает традиции высокого качества продукции всемирно известной компании с потребностями современных рыболовов.